господа, встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности пользуются своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся. Не мог находиться за кулисами, когда здесь речь идет о России. Я хочу объяснить, почему ребята исполнили такую серьезную песню. Многих интересует, что будет с Россией, когда у нее закончатся природные ресурсы. А хрен его знает. И это я сейчас говорю не как президент России, а как Димка Грачев.